Вот-вот полюбуйтесь, во что они превратили мою комнату. Ведь сдаю по государственной цене. Почти. Себе в убыток. А вместо благодарности одни кошмарные выходки. Вот, например, у меня был телевизор. Прекрасно работал. Как в кино. Даже лучше. Так они говорили, сделаем вам. Цветной сделаем. А он, как и следовало ожидать, взял и взорвался. Вот тут у меня висели картины. Много. Так вынесли мои картины в коридор и повесили вот это. Ой, что это такое? Что это такое? Вчера утром прихожу в ванну, раздеваюсь, а там висит вот эта штука. Для чего? Для чего? Они меня хотели этим обезобразить. Обезобразить? Зачем? Можно догадаться. Я еще не старуха.